Тунис, 1943 год. Набрав силу, союзники смогли оттеснить группу армий Африка под командованием Роммеля к позиции Марет, полосе обороны в восточном Тунисе протяженностью 22 мили. В январе 1943 года группа армий Африка потеряла свою главную базу снабжения в Ливии. Теперь Роммель вынужден отражать наступление сразу с двух сторон. Его войска оказались в клещах между силами американцев на западе и британскими войсками на востоке. Несмотря на преимущество, союзники должны действовать очень осторожно, поскольку местный ландшафт благоприятствует обороняющейся стороне.
чтоб тебя. Да ладно. Помни этот. Ужас!
Yeah.
схватить его! Граната! Уходим! Вражеская пехота! За ящик! Прицеп!
Последний. А, Деннис,